Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Arcanum. И продолжаем мы в Торренте, да, у нас в принципе в Торренте осталось. Давайте посмотрим, что у нас бойл мы прошли. У нас осталось, так, где там есть там? В принципе, канализацию только пройти, да? И тут по мелочи черепа надо найти, на только в черном корне. Но я знаю, где это. Вот, и, наверное, 5 огромных валунов нам не судьба. И вне записи серии я потестировал оружие. Оказывается, нам бы надо сделать небольшие перестановки. Вот, потому что, как показала практика, самый офигительная пушка — это вот это. У нее скорость 15, урон 2-10, это просто нереально. Вот, и получается второй это меч. То есть скорость очень важна. Я потом, может быть, отдельно запишу это еще видео. Вот, по тестированию. Но пока так. У нас целая гора всего. Давайте пойдем продавать все. И получается, надо будет уже чесать в Дернхольд. Как он там? Дернхольд. Вот, и там надо будет выполнить все эти квесты, спасти Бесситун, да? Либо, что я подумал, как мне помнится, у нас после того, как мы сделаем, разузнаем в шахтах... так, какой был левел? 18-й. После того, как мы узнаем в шахтах про всех этих гномов, да, к нам присоединится этот, как его... Чук или как-то так, чувака, короче, еще один огр, который стоит у Бейтса. Вот, и, наверное, я сейчас также сделаю, сгоняю, быстренько посмотрю. Вот, и, возможно, он присоединится к нам, чтобы сильно много левела не поднимать. И это будет последний наш спутник. То есть у нас будет два огра, собака и орк. Это прям вообще отлично. Вот, поэтому, наверное, так и сделаем. Чтобы сильно много левела сейчас не поднимать. Вот, а с Дернхольдом уже потом будем все это выполнять, не торопясь. Потому что у нас спутники уже сильно нет сама. Ну, больше спутников мы брать не сможем. Там еще один будет, но как бы наплевать. Вот, если мы сейчас прокачаемся сильно, то эта проблема с, ну, с этим оверлевелингом, да, который у нас возникнет, то слишком он отставать будет у нас в умственном развитии наш огр, вот. И получается, это не очень хорошо. А так, я думаю, что можно будет. Так, давай вот так вот возьмем. Надеюсь, да. Надейся. Так, окей. Так вот, окей. Сейчас продадим все, что можно продать. Так. Да блин, пипец, вы его не видите, что за бред? Так, торговля. 43 монеты. Отлично, посмотрите, а, как все дорого. Офигенно. Офигенно. 200 монет, офигенно. Нам еще орковскую только надо, и все. Так, это уже не будет он. Это не будет. 67 монет, давай. Отлично. Так, тогда это мы сейчас быстренько вот так вот сделаем. Так, ну и нам надо посмотреть еще вот такую броню стандартно латы. Источник шума, сопротивление 36, сопротивление урон 15. У нас ворка, она как раз может, по-моему, может на него одеться. 36, ну то же самое, еще плюс 6 у нас только, то есть можно ничего не менять, отлично. Так, дальше. Дальше. Все забираем тогда, увержал вот этот топор. А, хотя, наверное, знаете что, мы, наверное, ему оставим. У него сила, класс брони еще добавляет. Да, пускай вот он с этим мечом бегает. Защищен, по крайней мере, будет. А вот этот мы продадим. Так, теперь ты. Забираем все оружие, все, что можно продать. Так, одну мы оставим. У нас орк есть для этого. Так, ботинки давай. Да, блин. Так, эту нам надо разузнать. Вот эти две давай. И техника, наверное, надо будет... Наверное, вот это даже тоже можно будет продать. Так. Ассортимент. 108 монет. Да офигеть, мы тут разбогатеем сейчас. Офигенно. Ну, все остальное барахло мы, я думаю, мы продадим этому. Нашему товарищу. Давай-ка, наверное, вот так сделаем, чтобы места особо много не занимало. Товарищ, который у нас покупает все. Так. Это все у нас он не будет брать. Наверное, вот эту даже мы продадим. Если он продастся вообще. Так, ну и тут погнали. Так, окей. И надо вот эту забирать. Он вроде бы казалось неплохой, но я потестировал. Он оказался ужасен. Вот этот молоток.
Слишком тяжело, окей. Давай. Не нужно. Окей. Ну и давайте последний тогда. Инвентарь. Так, 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 так. И молоток это заберем. Да, все, вот этот меч, это прям вообще офигенно. Сейчас мы, наверное, его дадим даже не орку этому, а огру нашему. Вот, он с ним будет вообще отлично. На короткой ноге, так скажем. Так, остальное он все не продает, замечательно. Так, давайте тогда, получается, сделаем небольшую рокировочку. Этот будет с дубиной бегать. Хотя можно, знаете что, Виржулу отдать дубину. И он, наверное, попадать ей не будет, да? Давайте так тогда. Орку дадим вот этот меч. Ой, вернее, дубину вот эту. Ну, кстати, у него минимальная сила. МС-12. Что интересно такое? МС-12. Магическая сила, что ли? МС-12 и красным горит. Вот я не знаю, что это такое. Наверное, магическая сила слишком слабая. Ладно, давайте тогда этому отдадим этот меч. Они, в принципе, одинаковые будут. Тебе дубину. Да, вот у нее не горит. Видимо, нормально. Окей. Может, МС это минимальная сила 12. На, посмотри. Сколько у тебя? What would you have me do? Да, ты отстань. Так. Персонаж. Да, минимальная сила 12. Окей. МС, наверное, минимальная сила. Ладно, пока тогда так. Вот. И более-менее. Более-менее. Окей. Остальное, я думаю, продавать не будут. Покупать, да, получается? Окей. Так. Погнали. Ой, погнали. Ой, погнали. Прям погнали, погнали, пипец. Так, он сразу его оденет за серию, поэтому давай так. Так, это у нас... Ага, там броня тоже. Давай тоже скинем ее. Он сразу оденет его, да? Падла вонючая какая. Все не то одевает. Ну ладно, бегаем, и нормально. Окей. Так, сохраняемся. Зайдем сейчас в магаз. В этот магический. Может быть, он там прикупит у нас. Да и заодно посмотрим, что там есть. Вот, и тогда пойдем сейчас в клан колеса. Допиндюрим. Так, ну давай, заходи. Про закроется уже. Так, подожди. Подожди, подожди. Подожди. Кстати, топор надо было продать, точно. Не интересует. Очень-очень-очень жаль. Очень жаль, что тебя не интересует это. Лечение, очарование животное, регенерация. Качественный посох. Так, игра плюс один. Ну... Такое себе. Вот сопротивление магии, наверное, можно. 3000, пипец. Так. 12. Отличный кинжал. Так, ну остальное вроде все фигня. Маны я тоже, наверное, пока покупать не буду уже. Потому что реально что-то... Маны у меня уже слишком много. Я ее вообще не использую. Так, окей. Давай пока... Пока оденем. Какой лешего ты... А, я понял, почему. Так, ржавый меч, топор, окей. Щита у нас нету, да? Нам щит бы надо какой-то. Так, ну это не у этого товарища. Так, что у тебя тут можно купить? По идее, вот это неплохая. Замедляет расход энергии. Наверное, их тоже бы надо покупать все, какие встречаются, потому что они достаточно хороши потом будут. Ну и скорость. Скорость тоже много. Но это больше на пошаговый режим, поэтому не особо. 1200. Ну давайте, наверное, один купим. У нас колец, по-моему, нет. Да, вообще нет, поэтому пускай хоть плюс один к игре будет. Шанс критического попадания плюс 5. О, пофиг, деньги пока есть, так. Окей. Так, ну, да что ты, господи. А, подожди. Ты у нас не хочешь купить? Так, ну это я продавать не буду, у нас вот его товарищи есть. Броня. Это ты не хочешь купить? Нет, это мне нужно. Окей, это, видимо, надо этому. Вот этому товарищу. Ну ладно, хорошо. Ладно, ты ладно. Так, раз речь, интересуйтесь торговлей. Так, подожди. Так, торговли и... о, 145, давай. Так, и получается, нам нужен щит, да? Нам нужен щит какой-то. И перчатки у нас волшебные есть. Воровство плюс один. Так, злой мировоззрение, это нам не надо. Качественный щит, окей, тут ничего. Ага, эльфийский, второй меч эльфийский. Он стоит вообще копеечки. Тогда получается...
Хотя Virgil, наверное, тоже особо не стоит давать. У него больше на защиту, да? Нам один получается. Ну, для одного еще один для Огра я, наверное, куплю. Когда у нас будет Чука. Ну вот, я думаю, это будет полезно. Так. Ну и класс брони, это вот Virgil прям само то. Так, клинок тихих вод. Что ты тут делаешь? Энергия призывает животное. А, ну, это понятно. Окей. Это я все понял. Так, это тоже фигня. Фигня. Окей. Все, получается. Сейчас быстренько промотаем еще до тьмы, до вечера. И посмотрим, что у этого. И тогда уже можно двигаться. Так, 2 часа. Вот это бы все взломать, блин. Вот тут где-то у меня сундучок есть. Но вот эта тварь 20-го левела накинется на нас. Так. А, ух ты, что такое? Топор жнеца. А здесь против нежити. Ну, выглядит классно, но на самом деле такое. Такое себе. Я возьму. Так, ничего тут купить не хочешь? Хочет. Ну, лечение, очарование. Да, все фигня, окей. Так. Все, погнали тогда в колесо. Сейчас единственное, только быстренько продадим всю лабуду нашим товарищам, которые все покупают, чтобы у нас с весом не так было все плохо. И... О, кстати... А, нет, блин, мне показалось, думал, еще одно очко судьбы дали. Тут на самом деле не очевидно зарабатывание. То есть это за какие-то действия, которые вообще нигде не описаны. То есть можно их получить только если ты знаешь, как их получить. Ну, либо случайно, да, например. Там, то есть... Логики никакой нет, что там, например, там каждый 5-й левел, каждый 10-й, что-нибудь типа такого, нифига. В общем, тут за вообще за левые вещи дается, вот, поэтому тут никогда не угадаешь. Так, этот Бармалей у нас продает вообще все, вернее, покупает, поэтому давайте мы ему тогда все искупим. Так, хоть ботинки все. Кинжалы и, наверное, даже автоматона еще толкнем. Так, торговать. Сейчас мы его заколдуем. Так, итого 573 никакого разницы, ну ладно. 50 монет, фиг с ним. Нам этот автоматон ни к селу, ни к городу. Поэтому плевать. Так, робу мы еще... Вот это не будем продавать. Робу нам надо, получается. Так, это нам тоже не надо. Второго огра у нас есть. Спички пускай у тебя тоже хранятся. Наверное, можно даже вот так сделать, он ее все равно не оденет. А, у него такой же, так, ну и отлично, вот у нее и будем хранить. Все, поторгуем, продаем. Все, замечательно. Так, мы теперь у Вирджила сейчас глянем еще что-то. Все, отлично. Всех, у всех все квестово есть, эта броня у нас еще на одного огра задумана, и вот эту надо опознать, но это уже... А хотя, у нас тут рядом, в принципе, давайте быстренько сгоняем, тем более, что там можно выйти как раз-таки у этой... можно выйти за этот... как его? Ну, за границу, да, чтобы рубить, поэтому как раз то, что надо. О, еще и орки будут тут, замечательно. Эй, чё ты, блядь, на роже, а человеческая свинья думает, что может тусоваться в нашей части города и не платить за проход? Гони так. Можно мне просто уйти? Лучше уж я... Так, из твоего мерзкого тела. Чё потом разбить? Так чё вы-то? Давайте валите его. Хорош. Ты там проклял его, пипец. Так, у нас 40. Я думаю, мне кажется, потихонечку мы каждый раз, вот при такой штуке мы каждый раз теряем этот... Вот у нас 40 было. Вот, давайте посмотрим. Он крепкий, а? Нет, 40. Ну, видимо, первый раз. Либо нет. Так, труба и перчатки, окей. Ладно, все это нам не надо. Ну, лишний опыт он не помешает никогда. Вернее, часто, конечно, он помешает, потому что у нас еще один огр будет в компании слишком по левелу отставать. Ну, да что поделаешь. Так, будем торговать, давай позырим, что у тебя есть. Освещение, ну это нам такое себе, да? Меч 8, 4, 16, скорость 8. Вот это, кстати, урон ядом 1.20. А вот тут интересно на самом деле. Вот тут на самом деле интересно. Так, кстати, интеллект я тоже прикуплю, наверное. Нам может пригодиться это.
Так. Очень интересно. 1600, мы можем себе это позволить. А, получается, у нас скорость 2 раза, то есть 2,7. Но здесь урон 1, 20 яда, поэтому я думаю, что это будет вообще обалденно нашему орку. Так. Давайте, наверное, возьмем. Сколько на нее силы надо будет, интересно. А, магическая сила, кстати говоря, я забыл про нее. Охо-хо-хо-хо-хо, блин. Блин. Блин, даже не знаю, вот слушайте. Ладно, не будем. Потом, если что... Так, стоп, подожди, я и так не опознал ведь. Не, я понял. Где там ты? Потому что магическая сила у нас невелика, поэтому я думаю, что... Не этот самое. Не особо бот. Ядовитая мантия. Сопротивление ядом, потеря энергии. Блин, кстати, это можно подкидывать, но, наверное, даже не купить ее. Я не буду покупать это, окей. Блин, как же интересно. От 1 до 20, то есть получается, может еще 10 ядом, например, прокнуть, представляете? А 8 это скорость неплохая. 8 это неплохая скорость. Блин, я, наверное, куплю. Так, давайте посмотрим, что требует. Он ее у нас сразу оденет, да. Да, минимальная сила 18, а у нас услуга. Это оно хоть вообще? 17, да. Окей, ну тогда по одному левелу. Давайте тогда пока дубину отдадим этому орку. Она вроде как неплоха. Она урона мало наносит, но именно пофармиться можно. Потому что там будут... А, он ее не одевает даже, смотрите. Ладно, фиг с ним тогда. Тогда бегайте. Ладно, фиг с ним с этой булавой. Три призва, ты призва. Так, мы можем тут выйти? Нет, не можем. Окей. А тут? Ой, да мы походу тут. А, не можем. Дрюм потом. Блин, хорошо нажал. Пипец. Что такое? Кто нас напал? О, какие-то волки. Ну-ка, иди сюда. Ага, они кого-то завалили, кролика. Прикольно. Прикольно. Сейчас посмотрим, как орк у нас будет фигачить. 22, с ума сойти. Че, плюс 9 ядом? Ну, неплохо. Неплохо. Так, ладно. Погнали. А, получается, в шахты черного... Черной горы. Блин, сейчас бы поменьше попадалось бы нам, чтобы левела. Сейчас мы сами кастовать не будем, чтобы как можно меньше левела получить. Чтобы наши спутники такое убивали. Вот, чтобы понять. О боже, опять эти, да? Похоже, вот и пришел твой конец. Никто не скроется от десницы. Так, мы это все видели. Я не понимаю, о чем вы говорите. Пожалуйста, не убивайте меня. Вот ты гад-то какой. Ребята, валите его давай. Шансов ноль. Вообще его просто на куски порвало. Главное, чтобы они сейчас... Отличный стальной кинжал. Они, кстати, наверное, дорого будут стоить. Мантия нам не нужна, молоха не нужна. Так. Кинжалы я, наверное, заберу. Они мало весят и дорого стоят. Скимитар тоже, мне кажется, дорого стоит. И неопознанно мантия это возьму. Окей. Главное, чтобы они сейчас там не крысили ничего. Перли. Было бы здорово сейчас всю шахту пройти, никого, ну, особо левела не убить. Один левел мы, наверное, возьмем, тогда получается чука. Я не помню, какого левела, но, наверное, 17-го, 16-го, где-то около того чего-то. Вот поэтому нам надо уже, грубо говоря... Так, подожди, а что у нас вообще по заданию-то? С этим, с кланом колеса-то убить... Таврона отдать. Принято, так, понятно. Вот. Получить информацию о том, где находятся все дворфы этого клана. Сообщите бойцу о полученных... Окей, посмотрим. Позырим. Сейчас тут целое скопище будет всякого. Поэтому погнали потихоньку. Скопище будет целое. Волков. 14, 20, блин, офигенно. Так, тут нельзя. 11. Ушло дело. О, берем батон. Да, вот так, понемножечку левел получать нормально. Надо сейчас поменьше левелов брать. Так, там не пройти, поэтому го сюда. Крысяки. Вирджил, ты один, что ли, там драться будешь?
Че они там? Остальные-то? Остальные-то че титьки мнут? Отлично. У них, ребята. О, блин, как хорошо, когда оверлевелом-то сюда приходишь, да красота. Никаких проблем. Там големы, правда, есть одни, их оружие тупится. Здорово. Как стреляют-то? Ловил-то? Третий. Так, я не понял, а что ты... А что у нас этот-то? Тут у нас далеко как-то, да? Так, будем брать только то, что необходимо, потому что уж совсем уже тут. Yes, sir. Да иди ты в жопу. Единственное, только надо бы вот этих осматривать. И, наверное, вот эти короткие луки, всего вес 3. Поэтому, думаю, стоит взять. А, и, наверное, стрелы стоит брать. Они тоже весят мало, но стоят дорого. Кинжал Кайта, наверное, тоже не будем брать. Так, а тут лук. Да, лук, окей. Ну, погнали дальше. Жалко, орк, наверное, на, может его как-то... О, нормально. Он исправился, берем потом. Там один сейчас 7 справится, блин. Господи, визга, прям какой-то детский визг там. Так. Ужас. Ужас. Денежки надо все собрать, естественно. Как иначе? Ох, 15 монет, будьте любезны. У нас так 6 тысяч уже, но они в любом случае нам пригодятся. Это я более чем уверен. Так, у нас все окей. Пару левелов, я думаю, ему тут возьмем. Ух ты, ух ты, ух ты. Пару левелов, я думаю, мы тут возьмем. Поэтому... Так, давай крысяка. Как странно они себя ведут. Половина атакует, половина нет, блин. Все ловушки сейчас собрали, блин. Самый главный орк что-то не дерется. Огр. Самый главный огр у нас не дерется за серия. Так, тут ничего забрать нельзя. Эх. Так, жоду я возьму, не помню для чего, но она вроде куда-то нужна будет. Хотя, наверное, можно только ее продать, наверное. Отравление плюс 8. То есть, видали, еще и отравление вешает вот этот меч, который мы взяли, да? То есть, это прям вообще отлично. Так. Давайте, ребятки. Отлично. Берем батон. Так, это все забираю. Луки они, наверное, не одевают, да? Поэтому, наверное, можно луки-то перекидывать им. У нас в лукаре никто не прокачан. Мне кажется, из-за того, что слишком узкие проходы здесь. Ух ты. Слишком узкие проходы, наверное, из-за этого. И они и мешаются, наверное, друг другу. Поэтому и такая вот фигня происходит. Ну, как бы то ни было. Лавовый камень. Я, наверное, возьму даже его. Так, незначительно. Это вам все тебе... Надеюсь, ты не оденешь ее. Так, давай. Давай. Таскай. О, подожди. Мы же... Мы эту-то... А, одеть бы. Ты че? Юртукета в этом своем ходим, блин. Так, ну-ка давай иди сюда. Ну, серьезно. Ну, давай убей его. Мы же не шустрые. Так, куда мы тут идем? Получается... Ой-ой-ой-ой, опять. Так, у нас тут... Ага, тут у нас тупичок. Давай, наверное, тогда сюда зайдем. Как раз голему. Тут еще один есть. Так, а наверх? А, вон, наверх. Давай зайдем нам. В любом случае, туда нам будет идти. Вниз, поэтому... Тут тупичок. Сейчас быстренько. Ну, нормально, смотри, фигач. Только так. 8 левела. Так. Так, ну и сундучок. Сейчас на ракоте чем-нибудь. Ладно. Окей. Пошли оружие ломать и дрём батон. Ну что там?
Еще и отравили его, офигенно. Так, у нас опять... Блин, пропали, пипец. Так, 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 так. Зараза какая. Так, сталь дворф. Вот я, наверное, пожалуй, возьму. Потому что... Так. Потому что. Давай, умеренная. Будет... Не, нормально. Я думал, слишком было тормозить, но ничего. Так, тут супер дворф. Ой, супер голем. Давайте поможем нашим немножко. Вот так. Надеюсь, там друг против друга не дерутся. Все, вот эту руду тоже, пожалуй, буду забирать. Началось, блин. Короче, опять. Мышка заела. Я дрю батон. Как же это бесит, а? В общем, окей. Игра у меня вылетела. Вообще вылетела. Ладно, там хоть немножко бы, но совсем уже прям пипец. Поэтому давай. Вали его, ребята. Мне кажется, одного удара от него хватит. Отлично. Так. Обычно золотое кольцо. Лампу, наверное, тоже стоит взять, да? 50 стоунов. Ладно, возьму. Отлично. Так, ну и жодику возьму. Окей, тут вроде все. Так, погнали дальше. Посмотрю, что там. Что там, где там? Что там, где там? Давай, иди сюда. Переснимай-ка. Так, ты не лучник. Ну, давай. Они когда намного меньше левелом тебя, они вообще не атакуют. Приходится вставать прям вообще вплотную. Так, это я возьму. Это мне не надо. Да? Вали его, ребята, вали его! Какой... Ой-ой-ой-ой! Фига! Что-то как-то... Сильно мне про это самое пронесли ловушкой-то. Так, это все беру. Ах ты! Кстати, вот сейчас не так лагает, когда вот... Оба! Не так лагает, когда я всю карту не осмотрел. Вот когда осматриваешь всю карту, начинает там прям вообще так заметно подлагивать. Сейчас вроде как даже ничего. Так. Вот об лаву пошли големы. Жесть. Давай сюда. Гребенькие, да? Мы уже почти левел взяли. Это, можно даже сказать, не очень хорошо. Как бы это... Странно не звучало. Так, у нас есть тупичок, давай. О! Ой, сейчас этого голема навалить. Хорош, видали? Просто в хлам унесли. Пипец. А, короче, перед лавами сохраняться. Офигеть. Пипец, его вообще унесли. Собаку там с удара просто. Так, она сохранится. Сейчас будем всю ману в них волью. Тогда. Давай, иди сюда. Ой. Так, отлично. Убейте, меня сейчас убьют, блин. Минус 11. Не стреляю. Минус 14, а почему так? Повышен уровень. Так, ладно, минус 12, пока этот. Пока суть до дела, да? Пока суть до дела. Так, я думаю, что надо интеллект повышать. Вот, это на квесты очень повлияет. Да, наверное, так и будем делать пока. Вот, потому что это очень пригодится. Здесь однозначно силу.
Потому что нам надо как раз-таки на эту. Так, и тут, наверное. Вот, блин, собака, походу, залагала. Смотрите, вообще пипец. Она... Вот вообще 3 очка, смотрите. Что-то с собакой, короче, что-то не то. Я не понимаю, что. В общем, ладно, фиг с ним. Давайте тогда просто силу ей качать. Что-то не то с собакой. Она как-то залагала, что ли. Будем ей тупо урон качать, фиг с ним. Так, здесь тоже силу обязательно. Вот, потому что оружие теперь у них должно быть получше работать. Так как им теперь достаточно его. У нас, по крайней мере, вот у этого сейчас не будет штрафа, да. Вот, и это должно как-то лучше должно это все по перечи работать. Так, сохранимся. Жалко, что ничего нету. А, да, порох какой-то и глушитель, окей. Так, ну, здесь зачистили, отлично. А, нет, 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 пожалуйста. Не, она заела. Так, а если вот так? Га. Вообще никак не работает. Так, пором загрузиться. Пробовал. Черт побери, а. Да очень плохо, что вот так вот заедает. Это прям ужасно. Валите, давайте, ребята. Смотри, как на меня, а, набрасывается. Так, денежки я возьму. Денежки наши лишними не бывают. Так, сейчас надо понять, куда идти. Здесь какой-то основной. Какой-то зал, да, и он... Спуск туда есть. Поэтому логично, что... Ух ты, какая крыса. Как крыса, серьезно. Вот, и гном-волшебник, ничего себе. Гайд-берсеркер. А, сначала пойдем туда. Опа. Вот это, наверное, по квестику. Так, свиток выхода и обнаружение невидимого. Не зря это все. Не зря. Наверное, тут ловушек полно, мне кажется. Так, ну давай почитаем. Поиск нужно вести в заброшенных шахтах клана Черной Горы. За все неудачи наподобие той в туманных холмах ответственные будут строго строжайше наказаны. ГЛ. Окей. Что бы то ни было. Так, и у нас получается тут... Ага, вот только сюда проходик. Ну, наверное, зайдем в любом случае сюда. Там, наверное, у нас дальше уже по сюжетке будет. Блин, вот зараза. Так, грубо граненое это все возьмем, это возьмем. Так, окей, ну и давайте тогда быстренько сейчас вот эту вот пройдем штукенцию. Убьем там вот этого голема, а потом тогда уже двинемся дальше туда, в этот, в дебри, так сказать. Так, это все забираю. Нас даже ловушки-то не особо дамажат, честно сказать. Что-то вообще незаметно. Ага, вон. А, может, это Вирджил фигачит нас, хилит так. Пес его знает. Но вот эту дрянь нам сейчас надо бы... Давайте, наверное, знаете, как сделаю? Сейчас вот заюзаю вот эту вот штучку. А что, их таскаю с собой, да? Так, она в основном тридцатник. Ну, думаю, что хватит нам. Тебя бы еще найти. Так. Потом вот эту вот. Оба-на. Так, сначала сохранимся. Так. Ну и погнали. У, хорошо, нас пару раз нам влепил, но ничего, мы справились. Так, отойди, понятно. Что тут есть? Отлично. А, пиротехнический лук, это все возьму, это все можно продать, оно весит немного. А, прекрасно. Зрительный набор тоже, наверное, дорого стоит, поэтому возьму. Технические рукавицы тоже возьму. Окей, так, что еще тут есть? Слямзить. Ну, тут, наверное, просто, да, этот. Хотя могу и ошибаться что-нибудь где-нибудь. Ладно, окей. Так, что у нас так ненавидит он? 43 нейтрально. Давайте тогда заканчивать, наверное, на этом, ребятушки, серию. Вот, и продолжим уже следующий. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего самого хорошего и всем пока.